и Государственный педагогический университет имени Герцена. Я талантливая, позитивная, амбициозная, коммуникабельная и активная, поэтому я лидер. Мое кредо – толерантность – это гармония в многообразии. Каждая нация интересна и прекрасна. Полина Голубкова. Самита Салихова, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. Занимаюсь проектами по тематике межкультурного сотрудничества, совместной деятельности досуг российских и иностранных студентов. Свой труд считаю созидательным и емким. Добрососедским – это уж точно, говорит о себе Самита. Самита Салихова. Сомбот Джамбони Мануэль. Санкт-Петербургский государственный педиатрический и медицинский университет. Участник многонациональной волонтерской команды вуза. Сквозь призму языка, знакомство с культурой и национальными особенностями своей страны. Финалист конкурса чтецов «Образы России». Сомбот Джамбони Мануэль. Для объявления победителя в этой номинации на сцену приглашаются Валерий Павлович Соломин, ректор Российского государственного педагогического университета имени Герцена, и Николай Васильевич Лисицын, ректор технологического института технического университета. Было сказано как самому высокому. Ну что ж, хорошо, пусть так будет. Победителем в номинации «Толерантность» объявляется Голубкова Полина Рафаиловна. Университет Герцена. Поздравляю. Лучшая в организации межнационального и международного сотрудничества «Толерантность» Полина Голубкова. Российский государственный педагогический университет имени Герцена. Финалисты получают памятные дипломы и цветы и несколько теплых поздравительных слов от наших уважаемых почетных гостей. Дорогие друзья, дорогие коллеги, говорили о чувствах, которые мы переживаем. Не скрою, мне очень приятно стоять здесь, на этой сцене, иметь возможность поздравить победителей этого, одного из самых лучших конкурсов, которые проводит Совет ректоров и Комитет по науке и высшей школе нашего города. Уважаемый Владимир Николаевич, Андрей Станиславович, мы просим этот конкурс поддерживать и впредь. Конечно, очень приятно видеть эти молодые, красивые, улыбающие, а самое главное, одухотворенные лица. Вы не просто хорошие студенты, вы лучшие студенты, вы победители этого замечательного конкурса. Конечно, вам пришлось применить все свои качества для того, чтобы достичь вот этих вершин, да, вершина лучшего года в Санкт-Петербурге среди студентов. Конечно, это ваша заслуга, но, наверное, немножечко вам помогли и ваши родители, и ваши преподаватели, и ваши друзья. Поэтому всем большое спасибо за то, что такой праздник у нас сегодня состоялся. Но еще, уважаемые коллеги, я хочу сказать, дорогие студенты, что вы не просто красивые, талантливые, так, очень креативные, вы еще и очень ответственны. Ответственны прежде всего за свою судьбу, за свою биографию. Вы ее делаете красиво. Верьте в свои силы, верьте в себя, и ваша биография будет биографией страны. Ведь вы золотой кадровый фонд города России. Спасибо вам. Дорогие друзья, сердечные поздравления, пожелания также держать дальше, достигать вершин, может быть, кажущихся непреодолимых сейчас, очень высоких. Но, тем не менее, я думаю, будет справедливо, если мы с вами аплодисментами поблагодарим наше правительство, Комитет по науке и высшей школе за ту работу, которую они проводят на всех нас. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Валерий Павлович, спасибо, Николай Васильевич. Присаживайтесь, пожалуйста. Уважаемые номинанты, я просил бы вас задержаться. Уважаемые призеры, господин Сомбот Джамбони Мануэль, я вот вас представил как финалиста конкурса чтецов «Образы России». Мы хотели бы услышать несколько слов на русском языке от вас.
сам приехал из Экваториальной Гвинеи и учился в Педиатрическом медицинском университете, студент 4-го курса. Я очень благодарен тому, что я оказался в финальном конкурсе. И тоже поздравляю всех победителей и финалистов. Спасибо всем. Спасибо большое. Свободно будет. Аплодисменты, пожалуйста, призерам и победителям этой номинации. Проходите, пожалуйста, на ваши места, дорогие друзья, уважаемые коллеги. А мы продолжаем. Дорогие друзья, следующая наша номинация –